Показательный инструктаж – это традиционный сбор батальонов разных подразделений структуры УВД. Учебно-методический комплекс начинается с проверки внешнего вида правоохранителей, надлежащего состояния формы, табельного оружия, после чего проводится опрос на знание ведомственных документов и доведение сводок преступлений, произошедших в регионе. Мы обращаем внимание на соблюдение мер безопасности при несении службы сотрудниками. Также мы обращаем внимание на корректное, вежливое обращение с гражданами. Ну и основная задача – это пресечение, недопущение правонарушений, преступлений, которые могут быть совершены во время несения службы. Проводятся подобные мероприятия раз в 3 месяца. Это своего рода смотр боевой готовности личного состава УВД к выполнению непосредственных обязанностей. Кроме того, традиционно в рамках подобных учебных мероприятий рассматривается одна из тем профессиональной подготовки. В этот раз сотрудники отряда ОМОН продемонстрировали технику ухода от разных типов оружия. Цель данного инструктажа, я считаю, может быть, для того, чтобы люди, граждане, жители города Бреста, гости нашего города видели, что сотрудники милиции всегда готовы встать на защиту их интересов, их имущества, не жалея своей жизни, своего здоровья в любое время дня и ночи, готовы защитить, говорю, их. Показательный этот инструктаж еще и потому, что здесь, в Брестской крепости, на площади церемониалов, свои заслуженные награды получили победители конкурса на лучшего сотрудника патрульно-постовой службы. На протяжении нескольких дней милиционеры демонстрировали физическую и профессиональную подготовку. Лучшие из лучших были удостоены наград и благодарностей от руководства УВД. Готовимся на протяжении всего года. Во-первых, подготовка физическая, также теоретические вопросы, медицинская подготовка. Ну и приходится тренироваться самому еще дополнительно, чтобы поддерживать себя в форме, бороться, как говорится, за места, быть победителем. Необходимо не только, чтобы именно вот в соревнования, необходимо каждый день быть готовым, чтобы где-то необходимо пробежать, быстро на автомобиле среагировать. И вообще, чтобы каждый день надо быть готовым к выполнению поставленных задач. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.